Великолепное бесплатное жилье ждет каждую семью гальской деревни в земле богов. Бесплатное жилье! Если там есть пенсии, там дают пособие старикам вместо пощечин, я туда еду! Ты чего ты ждешь? Пинка для ускорения! А по мне так цивилизация это сущий рай. Прощайте, варвары, я теперь леди. Но я же староста деревни, милая. Мы не можем переехать. А кто сказал, что я тебя зову? Мы тебя не держим. Можешь идти и готовить для римлян. Кто это сказал? Да пошли вы к римлянам все. Меньше шарлатанов на рынке антиквариата. Как и тухлой рыбы. Рынок для профессионалов. За демократию. Заткнись и дерись. Хватит поднимать пыль, чтобы скрыть драку. Это пыль из меня. Я молодой. Просили будить их так, точно? Да, начинай! А вы уверены, что не лучше начать с легкой песенки, а? Для разогрева? Не-не-не-не-не-не, давай сразу самое мощное, чтобы все точно проснулись! Это искушенная публика, ты должен произвести впечатление! Ладно, хозяин барин. Закройте вы ему уже рот! Да? Рот ему кляп! Что вы здесь делаете? После долгих размышлений мы решили переехать в землю богов, чтобы быть ближе к нашим дорогим клиентам. Поэтому мы прервали вашу попытку исполнить приветственную песню. А в качестве снаряда использовалась макрель за 7 сестерциев, только высшего качества. Идем, дети, вперед! Да чего же чокнутые эти...